А Руслан Тигран Сергеевич приехал из Ростова. Я с первого дня на Алине 500+. Это своего рода тусовка. Тут много друзей. Стандартная мощность 420 лошадиных сил. В результате тюнинга подняли мощность 1300 лошадиных сил. Хотелось бы пройти милю за 27 секунд и меньше 25 метров. Чтобы обладать техникой хорошего старта, надо много и много стартовать, потому что надо привыкнуть к светофору. Мое кредо в жизни такое: вперед и только вперед, и шага назад. Thank you.